канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Этого красавчика мы с вами видели не в одном фильме или сериале, но мало кто знает, что Анатолий Руденко попал в мир кино не случайно. Свой талант он получил от своих родителей, любимцев миллионов Любови Руденко и Кирилла Макеенко. Любовь стала известной благодаря роли в фильме «Цветы луговые». После этого последовали предложения сниматься вместе с такими звездами, как Людмила Гурченко и Игорь Костолевский. Кстати, Анатолий неоднократно снимался в фильмах вместе с матерью. Когда актрисе исполнилось 50 лет, она развелась с мужем и начала новую жизнь. Любовь похудела, да и вовсе похорошела. Поклонники заподозрили, что это влияние молодого любовника. Но сама актриса утверждает, что все это благодаря самости. Будучи в браке, она делала всю работу за двоих, и это очень ее истощало. Сейчас же Любовь наслаждается одиночеством и счастьем быть бабушкой красавицы Милены. Любовь Руденко много времени уделяет своим родным. Хорошо ладит с невесткой, а внучку просто обожает. Такие семейные отношения достойны только уважения. К внучке спешу каждый раз, как только появляется возможность. Она уже самостоятельный человек. Вот недавно я приехала вечером уложить ее спать. Дети работали, попросили помочь. Внучка спросила, где папа с мамой, и я объяснила, что родители вернутся, когда она уже будет спать. Выслушав, внучка вдруг серьезно сказала: «Ну ты иди тогда, я сама». «Что сама?» «Сама засну», рассказала актриса. С трепетом и любовью относится к матери и сын. Анатолий часто выкладывает совместные фото с мамой, и вот совсем недавно актер опубликовал очень трогательное фото с самым родным человеком. На снимке Руденко нежно обнимает свою маму. С мамулей на фотосессии для одного совместного проекта подписал кадр Толик. Поклонники тут же начали писать комплименты и положительные комментарии. «Отличные актеры, красивые мама и сынок, продолжайте радовать нас своими фильмами, мы очень ждем, даже за границей. Какое счастье, мама и сын, талантлив сын у талантливой мамочки. Счастливая мама прекрасного сына». На снимке хорошо видно сходство между сыном и матерью, а еще любовь в свои годы выглядит просто потрясающе. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик.